30 апреля 80-го года. Иранское посольство в Лондоне. Переговорщика сюда, живо! Говорит детектив, старший инспектор Макс Вернон. Выполните наши требования, или мы убьем заложников. Их требования невыполнимы. Надежда только на переговорщиков. Иначе придется штурмовать посольство. Власти ответят террористам переговорами или грубой силой? Сдохнуть хочешь? Отвечай, хочешь? Основано на реальных событиях. Передай правительству еще один день, и мы начнем убивать. На глазах у всего мира. Будем прорываться. Терять нечего. Еще раз. Страна дала отпор. Они в стенах копошатся. Я хочу, чтобы мы все решили мирно. Выстрелы в посольстве. Приступаем. Ждите. Мы можем остановить кровопролитие. Еще есть шанс. Вперед, вперед! 6 дней.